Давайте начнем рассматривать аппараты для измельчения льда. BY-168, 188 и 269. Может, какая-то. В комплект поставки аппаратов всех входит паспорт руководства по эксплуатации, запасная силиконовая заглушка и предохранитель. Давайте начнем по комплектации самих аппаратов, да, то есть вот у нас непосредственно загрузочный бункер, здесь загрузочный бункер и непосредственно здесь, да, то есть лед загружается непосредственно сюда, включается аппарат, получаем ледяную крошку. На у аппарата 168 на крышке используется концевик, то есть при открытой крышке, соответственно, аппарат работать не будет. И, ну, пульт управления, да, то есть включение, выключение и реверс. То есть здесь все достаточно просто. Ну, понятно, что у всех аппаратов есть, то есть, слив воды, да, то есть, где-то она тут находится, да, то есть вот как она называется, с силиконовой заглушкой, ну и, соответственно, здесь вот просто сюда попадает излишняя влага, вода и влага, которую потом можно слить. У 188 аппарата управление то же самое, да, то есть, ну, понятно, что он здесь уже просто идет с бункером, то есть включение, включение и реверс. У 269 аппарата управление уже идет немного другое, да, то есть можно задавать непосредственно время работы, 10, 20, 30, там, 40 секунд, и просто включение и выключение аппарата, то есть там подается питание, и есть, ну, есть кнопка непрерывная работа. Чтобы остановить аппарат, нужно эту кнопку тоже также нажимаешь, либо на выключение полностью аппарата, и, соответственно, работа прекращается. Ну, то есть, весьма нехитрые аппараты. Давайте посмотрим, что они себе представляют в действии. Эти аппараты, да, то есть они подходят как раз для простого, то есть для кускового. Для кускового льда, вот, то есть неважно, в принципе, какого размера, да, главное, чтобы у нас проходило непосредственно в бункер, то есть и вот из-за такого принципа работы они обладают достаточно высокой производительностью, да, то есть до 70 и 90 килограмм в час соответственно, вот. То есть в этом как раз плюс этого аппарата. Просто накидать и использовать. Не забывайте, конечно, что после загрузки льда закрывать нужно крышку. Также забыл упомянуть, да, что, разумеется, есть ручка регулировки фракции льда, которую вы получаете. То есть больше фракции и меньше. То есть больше фракции у нас будет, ну, лед мелкой чешуйкой. Самая мелкая фракция – это консистенция так называемого мокрого снега. То есть, итак, давайте посмотрим в работе. То есть включаем аппарат, вставляем любую емкость. Ну и давайте, допустим, 10 секунд. Стоп. Перебор. То есть, ну вот, соответственно, такой продукт получается. Это у нас крошка крупная. Так, сделаем меньше. Какой у нас должен делать меньше? У нас получается лед, да, то есть, ну, так скажем, мокрый снег. Ну, здесь, опять же, фракция еще достаточно большая. Ну, все, по идее, поливается сверху топпингом и подается, то есть, в жаркий летний день.